Всем привет! Это мотопанорама. А это Yamaha Tri-City 125. Посмотрите, какой аппарат. Ну ладно, давайте поедем. Так. Все тут как у нас. У меня есть скутер Yamaha NMAX. Так, куда нам лучше поехать? Сюда поедем. Так. Ну как бежит. Немножко жестковато. Ну что ж, леди и джентльмены, сегодня я приехал к дилеру Yamaha на обслуживание своего скутера. У меня есть скутер NMAX 125. Вчера или позавчера, не, на прошлой неделе, когда я договаривался с ними про этот сервис, они обещали мне дать демонстратор MT-03 Yamaha. Вот, но когда я приехал, вдруг выяснилось, что у них нет демонстратора. Вот, и я, короче, расстроился слегка. Они мне сказали, ну там вот туда-сюда нет, возьмите что-нибудь еще, а кроме скутеров у них, в общем, ничего нет. Ну и 125-ки мотоциклы. Можно, конечно, было взять 125-ку. Может быть, когда-то я и возьму. Вот, но тут у них был этот скутер Yamaha Tri-City. Вот, и подумал, ну ладно, когда еще будет возможность, поэтому взял его. В принципе, он мне понравился. Так вот, когда посмотреть, немножко такой интересный у него вид. Вот, мы сейчас где-нибудь остановимся, посмотрим на него. Если мы выйдем отсюда, тут такие пробки кругом, потому что время у нас самое пробочное, 9 утра. Обойдем мы здесь, не обойдем. Кое-как обошли. А люди иногда обижаются, когда я на скутере шалю, а потом гонятся за мной, пытаются ехать вплотную. Ну, всяких дебилов полно. Вот. Ну да ладно. Так как я не знал, что буду брать этот аппарат, я, соответственно, к обзору этому не готовился, не прочитал ничего, никаких технических характеристик и ничего, в общем, не читал. Поэтому этот обзор будет, ну, как обыкновенная такая покатушка, как, в общем-то, и все остальные мои обзоры. Но с точки зрения простого человека, вот, я не претендую на какой-то профессионализм там великий, а сравниваю их с точки зрения обыкновенного человека. Ну, что-то нам сегодня не везет. Прямо кругом все блокируется и останавливается. Вот сейчас пойдет поезд. Но это ненадолго. Такие у нас железнодорожные переезды. Ну вот это местный поезд. Они, как видите, короткие. Когда я приехал в эту страну, билеты были дешевые на поезда. Это было как бы очень хорошее средство транспорта. А сейчас они дорогие, блин. Дороже, чем на самолет. В Европе, я слышал, дешевле, потому что там дотируется, а у нас нет дотаций. Ну чего, посмотрим, как она бежит. Двигатель, как мне дилер сказал, здесь немножко адаптирован. Типа улучшена тяга, но мне кажется, тяга здесь похуже, чем на моем. Или, может быть, просто это новый
скутер, может быть, двигатель еще не прошел обкатку. Смотрите, ну вот он дальше, чем 56 миль, просто не идет. А мой все-таки идет 60, ну, может, даже 62. А этот нет. 56 что-то достиг, и все. Ну, наверное, может быть, надо ему пройти обкатку. И тормоза еще здесь тоже. Вот притормаживаю и чувствую, что они как бы не, по сравнению с моим NMAX, как бы не очень. Но опять-таки, возможно, он просто новый. Надо посмотреть, какой у него майлич, какой у него пробег. Ну, а так-то, смотрите, он что, бежит, в принципе, скутер и есть скутер. Сидишь вроде как, ну, обыкновенная скутеровская посадка. По сравнению с моим NMAX, подвесочка пожестче. Вот я сейчас проеду по этой. Может, опять-таки, она просто не, еще не приработалась, вот, но пожестче все. Особенно, мне кажется, передняя подвеска. Да и сзади тоже немножко потряхивает. И сиденье не такое мягкое, как на NMAX у меня. Вот что также бросается в глаза, легче держать его, когда остановишься, легче держать его стоячим. Это мы где-нибудь попробуем. Такое ощущение, что я сижу чуть-чуть повыше, чем на NMAX. Но это, возможно, просто обманчивое ощущение, потому что сиденье такое немножко узкое. Ну что же, давайте обойдем ее, джентльмены, посмотрим, что за пепелац такой. Посмотрите, интересно выглядит. Сзади так даже вообще внушительно так, симпатично. Посмотрите, какой фонарь. Все остальное это вроде как у меня на NMAX. И труба, и все-все-все. Мне нравится так. Трассите. Посмотрите, красиво сделано. И неплохой цвет, серый. Совсем неплохой. У меня красный. Мне тоже, кстати, нравится крыло такое. Посмотрите, матгард, как это. Брызговик. Такой пластиковый. Вот. Симпатичное колесо. Колеса маленькие такие, как велосипедные. Ничего не знаю про эти колеса и вообще, как на нем ездить на трех колесах. Трехколесный велосипед. Ну что ж, леди и джентльмены, вот такой аппарат, такой пепелац, очень симпатичный. Давайте включим зажигание. Вот у нас загорается панель. Панель простая. Вот этой кнопочкой мы будем сейчас переставлять. Трип. Белл трип. Ага, ну, то есть у него 6 миль пробег. Видите, ойл трип 6, белл трип 6 и одометр 6. Все, 6 миль. Он абсолютно новый. Поэтому, соответственно, так себя ведет двигатель. Он еще просто не прошел обкатку. Так ведут себя тормоза, они не приработались. И, соответственно, конечно, он не будет... Его нельзя сравнивать с моим скутером, потому что мой скутер уже всю обкатку прошел. И все у него, конечно, в этом плане в порядке. Ну, а так вот... Можно посмотреть эргономику, можно посмотреть внешний вид. Посмотрите, какие прекрасные LED эти фары. Габариты.
Очень симпатично, выглядит как какой-то неземной пепелац, гравицапа такая. Вот. Два маленьких колесика впереди, тормоза, ага, на обоих диски. Посмотрите-ка, у него тормоза должны быть лучше, чем у меня, когда они проработаются, но должны быть. А точно этого знать как бы нельзя. А так все то же самое, посмотрите, глушитель, там все, все в принципе то же самое. Сзади очень симпатичная, задний фонарь очень симпатичный, да, посмотрите, какой тоже. Ну, дизайну я бы поставил пятерку, потому что, ну, мне он лично нравится. Еще так выглядит хорошо, дорого-богато. Вот, и эти объемные буквы, Tri-City здесь, посмотрите. Все очень хорошо, да, в этом плане. К сожалению, здесь, смотрю, ноги вытянуть нельзя. Похоже, ну сейчас мы на него сядем, посидим. Вот, но уже сразу можно сказать, что ноги не вытянуть. Так, тут у нас что, крючочек? Крючочек. О, как хорошо. Посмотрите, сюда сумочку, авоську с продуктами, огурчики там, банки там, я не знаю. Вот, все что угодно. И спокойно едешь. Тут у нас, ага, нажимаем кнопочку. Тут у нас отделение. И там у нас вот этот прикуриватель. Ну, можно поставить переходник, сделать на USB. Ну, правда, хотелось бы, чтобы USB был где-то где-нибудь, хотя бы, ну, где-нибудь здесь, там, что ли, для того, чтобы вывести на телефон, телефон поставить с навигатором там и так далее. Вот, ну, так все аккуратненько. Посмотрите, все как бы неплохо. Давайте откроем багажное отделение легким поворотом ключа. Вот оно, багажное отделение. Так, отодвинуть ее. Вот оно, багажное отделение с подсветкой. Багажное отделение квадратного такого типа. Шлем туда влезет. Вот, он, в принципе, оно не маленькое для такой машины. Но мне вот в NMAX там оно вытянуто, мне оно нравится больше. Опять-таки, можно туда положить шлем. Можно все что угодно положить. А здесь все больше друг на дружку нужно будет класть. Посмотрите, да? Тем не менее, ну, нормальное оно, нормальное, да? Тут у нас крышка бака под сиденьем. Это значит, если приехал на заправку, нужно открывать сиденье. Мне это не очень нравится. Нужно вставать, открывать сиденье. А сейчас я могу заправиться на своем, не вставая. В принципе, хотя это и не рекомендуется у нас. Говорят, что нужно слезать. Вот. Ну, а так вот, посмотрите. Все так вроде бы и очень даже неплохо. Очень даже неплохо. А, и отделка, и все-все-все. Да, вот эта штука, конечно, выглядит не очень. Как бы, хотя, в принципе-то, вроде и ничего. Так как-то очень немножко бросается в глаза, как пластмасса такая. А, но она тут кругом, посмотрите, и здесь. А, вот и здесь. Ну, ладно, ничего такого сильно плохого-то в этом нету. Симпатичный такой пепелац. Давайте сядем на него. Посмотрим посадочку. Ну что, вот здесь я достаю до земли я нормально. Обоими ногами. Рост мой 171. И у меня проблемы на всех скутерах, кроме 125-ок. Потому что там я не достаю на 300-ках, на 500-ках, достаю плохо. Вот, а здесь как бы все нормально с этим, никаких вопросов, соответственно. Ну, ноги вытянуть некуда, вот они ноги, вот так и будете их держать. На моем можно вытянуть их вперед, здесь есть пространство, есть специальные упоры. Вот, а здесь как бы этого такого нет. Естественно, скутеры покупаются для городской езды, в первую очередь, потому что они очень маневренные, они совсем не скоростные, но они очень маневренные. Вот, я не ожидаю никаких проблем с разворотом. Попробуем развернуться. Вот, совершенно спокойно, как видите, он разворачивается на любом пятачке. Можно развернуться. Никаких вопросов у вас к нему в этом плане не будет. Он очень легкий, вы можете его держать, наклонять.
уронить его трудно. Вот. Супер. Да, это прекрасно. Ну вот, собственно, и все по осмотру, джентльмены. Что тут можно сказать? Выглядит он хорошо. Все тут стандартно. Вот, поедем дальше, поедем в город, посмотрим, как он в городе будет себя вести. Поехали. О чем нужно сказать, говоря об этом скутере, что нужно обязательно упомянуть? Для чего они вообще делаются? Почему, собственно, не делать обыкновенные скутера на двух колесах? Зачем делать на трех колесах вот этот 125-ку? Есть одна очень важная деталь. По крайней мере, в этой стране, я не буду говорить про Европу, но думаю, что в Европе то же самое, на континенте, вот, но здесь-то это так. Здесь для того, чтобы управлять двухколесным транспортным средством, скутером там или мотоциклом, вам нужно сделать CBT, вам нужно сдавать на права, даже если у вас есть права на машину. Вот об этом всем я рассказывал в своих видео. Вы можете, если вам интересно, послушать о том, как у нас все это здесь происходит, если вы не в курсе. Вот. Но на этом скутере, так как на нем три колеса, вам ничего делать не нужно. Достаточно, если у вас есть просто автомобильные права. То есть вы можете просто на нем ездить, потому что у него три колеса. Вот для каких людей это, в принципе, все и делается. Человек не хочет ничего сдавать, никаких CBT делать, ничего делать. У него есть просто автомобильные права, он садится на него и едет. Не нужно ни знак ученик, ничего не нужно. Вот, все нормально с этим. В этом и состоит, я думаю, основная причина, почему их представили на рынке, вот эти трехколесные скутеры. Это очень-очень важная причина. Вот это стекло тут стоит, смотрите. Я не знаю, насколько он защищает, даже не могу вам сказать. В принципе, вроде едешь, скутер как скутер, ничего такого. Вот переключатель поворотов такой какой-то хлипковатый. Мне он, честно говоря, не понравился, этот переключатель поворотов. На моем Nmax'е он получше. Такой довольно хлипкий. А зеркала? Ну что, зеркала вроде так и ничего. Форма у них такая, ну, обыкновенная. Назад они показывают неплохо. Все, в принципе, нормально. Немножко, может быть, получше нужно их отрегулировать. Но это как бы со временем там регулируется. А так, для первого раза вот я еду, вроде все показывает, все так совсем неплохо. Сиденье оно, ну, не сильно мягкое, ну и не жесткое, оно узковатое. Насколько можно ездить долго, ну, не знаю, можно, наверное, но на скутере ведь сильно долго-то вы ездить все равно не будете, где-то будете останавливаться. Его идея это состоит в том, чтобы ездить, в принципе, по городу. А вы не будете без конца по городу нарезать, что там? Управление на нем скутеровское, никакой разницы, все абсолютно то же самое. В повороты он прекрасно заходит. То есть в этом отношении все стандартно. Стекло нет, стекло, пожалуй, что не защищает от воздушного потока. Все равно я чувствую, даже грудью чувствую поток, не говоря уже про шлем на 40 милях. То есть стекло, оно больше играет, наверное, декоративную роль здесь. По-моему, оно не регулируется. А так, посадочка удобная, как обычно на скутере. Все очень комфортабельно, все очень неплохо. Все очень хорошо. Подвеска несколько жестковата, потряхивает меня. Не знаю, приработается она или нет.
Вот, но тормоза точно должны приработаться. Вот здесь он не встает. То есть, если вы остановились, нужно все равно ногу выпускать, да? Он не будет стоять, хотя у него три колеса. Есть скутеры, вот опять-таки не почитал, но поэтому точно не помню, но Piaggio, по-моему, Vespa, да, они как бы, вы остановились, и она стоит, машинка ваша, то есть не падает никуда. Ну, на этом, конечно, легче даже равновесие держать, чем на моем, хотя, в принципе, наверное, то же самое, никакой большой разницы нет в этом плане. Звук немножко у двигателя другой, он более немножко басовитый, но это уже такая совсем маленькая деталь. Ну и возможно, он опять-таки просто еще не приработался. Это вот такое просто впечатление. Но мне нравится такой звук у него, как швейная машинка работает. Очень так все неплохо. Ускорение, конечно, у него никаких нет, у него он хуже ускоряется, чем мой, в том смысле, что более плавно ускоряется, мой порезче, вот, а этот немножко более плавно. Ну, опять-таки, да, трудно комментировать, двигатель не прошел обкатку, и что там будет дальше, наверное, будет, в принципе, все то же самое. По городу, конечно, на нем ездить очень и очень комфортабельно, очень хорошо, можно объезжать все эти пробочки, все это можно объезжать. Не будем мы тебя пропускать. Sorry, mate. В этом моем мотоклубе учат, не надо никого пропускать, всегда надо ехать как положено. Если ваше преимущество, значит ваше. Для города скутер очень удобен. На перекрестках он дернет любую машину. Почти любую, за исключением, может быть, каких-то спортивных. Вот. И, честно говоря, на своей 125-ке, вот я езжу, и ребята ездят на этих 300 кубометров мотоциклах. Так как у меня автомат, на перекрестке всегда я впереди. Они потом, конечно, меня обгоняют через там 100 метров или там 200 метров. Вот. Но не сразу. Не сразу. Так что в этом плане скутер тоже очень хорош, чтобы оторваться от потока и уйти вперед. Ну что же, вот какие отличия у этого скутера по сравнению с моим NMAX двухколесным. Самое главное отличие, что можно на нем ездить, не сдавая никаких CBT, никаких экзаменов и без всякого знака ученик, если у вас есть автомобильные права. Это самое главное отличие. По эргономике он немножко похуже, потому что нельзя вытянуть ноги, как на моем NMAX. Вот, это первое. И второе, сиденье у него несколько пожестче. А на моем все-таки оно помягче. Еще разница есть между этим и моим. Вот то, что здесь подножечка, видите, она более вертикальная, чем на моем. И мне это кажется не очень удобным. Он более прямо стоит на подножке. Следующее отличие. У меня два отделения. Вот здесь вот находится для хранения всякой мелочи. Они более удобные, чем одно вот это. Здесь только оно одно, но с дверцей. Там, конечно, есть прикуриватель. Это плюс. Вот. Но чтобы его использовать, я бы, наверное, снял эту дверцу.
Тогда его, наверное, можно было бы использовать для подзарядки телефона, например. Вот, из плюсов здесь есть вот этот крючок, которого у меня нет. Крючок — вещь удобная в хозяйстве. Вот такие соображения у меня по этому скутеру. В принципе, он мне нравится. Аппарат неплохой. Опять-таки, если у вас есть автомобильные права, вы живете в Европе, и вам нужно попадать на работу. И вместо того, чтобы ездить на автобусе, зачем ездить на автобусе или на метро, когда вы можете прекрасно проводить время по дороге на работу и с работы? Да, у меня когда была 125-ка, мотоцикл, правда, не скутер, я так на работу ездил с таким удовольствием и с работы. Просто это все время, каждый раз ждал эти моменты. Когда же я поеду на работу? Когда же поеду с работы по городу? О, чистое здоровье. Очень-очень мне нравилось. И с парковкой не было никаких проблем. Прямо в офисе под этим самым... Под офисом у нас был гараж, и я там бесплатно его парковал. Чистое здоровье. Так что рекомендую вам, джентльмены, подумайте об этом, не проводите свою жизнь в автобусах, жизнь коротка, купите скутер, если не хотите купить мотоцикл. А лучше купите и то, как я. Ну вот такой получился у нас обзор. Он для меня был неожиданным, поэтому, может быть, несколько такой скомканный, но посмотрите, может быть, найдете для себя что-то интересное в этом. Спасибо вам за просмотр. С вами была Мотопанорама. Всего вам самого лучшего. Удачи!